Специально для «Новострой СББ» тайный покупатель провел расследование в жилом комплексе «Вернисаж». Новостройка возводится в деревне Кудрово Всеволожского района Ленинградской области в 15 минутах езды от станции метро улица Дыбенко. Девелопер – компания «Полис Групп». Тип проекта – «Монолит Кирпич». В рамках жилого комплекса «Вернисаж» будут построены 8 корпусов, школа и 3 детских сада. У каждого дома будут детские и спортивные площадки. В настоящий момент в продаже находятся 7 корпусов. Покупателям предлагаются студии 1, 2 и 3-комнатные квартиры площадью от 20 до 75 квадратных метров. Подробности расследования читайте на сайте «Новострой СПБ». Жилой комплекс «Вернисаж». Он состоит из 8 домов, больше, чем на 6 тысяч квартир. Сейчас в продаже 7 домов. Последний поступит в продажу примерно летом следующего года. Полностью застроят этот жилой комплекс к 2018 году. На объекте есть офис продаж. Здесь консультируют менеджеры «Полис Групп» и «Петербургской недвижимости». В той стороне центральная улица, по которой можно выехать из Кудрова, 2 километра, станция метро улица Дыбенко. Технология строительства кирпично-монолитная. Монолитные несущие стены, внешние стены выкладываются из кирпича, сверху слой утеплителя и штукатурка с покраской. Особенностью этого проекта будут картины, выложенные из плитки в лифтовых холлах. Картины знаменитых художников, поэтому название комплекса «Вернисаж». Жилье сдается без отделки. Отделку можно доказать. Правда, это относится только к некоторым корпусам с более отдаленным сроком сдачи. Качество строительства компании «Полис Групп» нестабильно. Чаще всего дольщики жалуются на удешевление проекта. Так, в жилом комплексе «Вернисаж» лифты «Отис» заменены на более дешевые «Алекс-лифт». Керамогранит в холлах на обычную плитку. С парковочными местами здесь будут явные проблемы. В жилом комплексе «Вернисаж» более 6 тысяч квартир. При этом подземный паркинг предусмотрен только в первом доме. Там не так много мест, они все уже сейчас проданы. Будет открытая стоянка на 1500 машин, где место для стоянки машины можно будет брать в аренду за 3500 в месяц. В ЖК «Вернисаж» предусмотрена школа и 3 садика. Точных сроков их строительства пока нет, но предположительно начнется строительство где-то в середине следующего года. Впереди центральная улица. Они часто скапливаются пробки. По словам менеджера, ее должны расширить до 4 полос. Работы начнутся уже в следующем году. Надежность девелопера тайный покупатель оценил в 6 баллов из 10. «Полис Групп» часто задерживает срок сдачи объектов, однако обманутых дольщиков у компании нет. Схема покупки получает 9 баллов. Оценка снижена из-за дорогой рассрочки. 7 баллов за цены и планировки. Инфраструктура получает 8 баллов. Первые этажи домов отданы под коммерцию. Строятся детские сады и школы. Транспортную доступность наш агент оценил в 5 баллов. В настоящий момент весь дорожный трафик приходится на 1-2-полосную улицу. Оценки по другим параметрам, а также все подробности проверки жилого комплекса «Вернисаж» читайте на сайте «Новострой СПБ».